Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Мы возвращаемся в игрушку под названием Тапс. Да, у нас интересные сегодня будут персонажи, а я даже бы сказал, что это башни. Вы писали, что хотите их посмотреть. Пожалуйста, смотрите. Мне, знаете, что, издалека показалось, что тут ноги чьи-то торчат. Вот эти я понял. Курячие ножки. Ладно, давайте посмотрим. Их очень много. Я так и не понял, из какого-то мода. И хорошо, что могу помочь вам. Вы пишете в личку для информации, как эти моды работают. Да. Для лицензии, не лицензии, все напишу, расскажу. Итак, опа, они, кстати, они мечом стреляют. Они довольно дешевые, но проверим, эффективные ли. И, ну, они, как видите, атакуют мечами, стреляют. Это как будто Робин Гуд прям здесь тусит. Ну, слушай, ну, а довольно слабоватые они. Не могут. Ну, не, они вот попасть. Видишь, где-то в центре, может, кто-то стоит опять подставное лицо. Вон, видите? Да, основа да. Всегда вот этих таких штучек. Слушай, может, я какую-то фракцию скачал, если честно, я не знаю. Но оно как-то не супер эффектно выглядит прям. Хотя, смотри, настреливают ему в спину. Ну, нормально. Я думала, на самом деле, вот особенно по цене, если посмотреть. А, стой, погоди. Они еще из лука стреляют, и еще вот из этой дудки, да, пипки. Ну ладно. Короче, они на самом деле вполне. Проверю лично сейчас ваши способности. Куда вы уходите? Все, Миш, проверил. Это было очень романтично, кстати. Красивая смерть. Так, хорошо, дальше у нас Fire. Выглядят они очень симпатично. И давайте все-таки тех, кто нападают. То есть они, наверное, вблизи будут огнем шпарить. Так. О, Мишка. Это как будто тотем, да, больше тотем. Прикольно. Ого, какие-то уши поднялись. Ого. Нет, нифига. А, неплохо. Слушай, а что там? Как будто реально медведь. А, там чья-то эта штучка заряжает все. Ну, это прям, знаете, можно... Слушайте, можно полосу препятствий сделать неплохую. Так, ну в принципе... Но для начала это все потом. Мне хочется посмотреть. Сейчас, погоди, успокоится этот кошатник наш. Конечно, вот когда мы молчим, он молчит. Тут же замолчал. Тут же начал орать, когда мы начали говорить. Тут знаете, что я хочу сказать? Что есть глаз Саурона. Оу. Это и будет интересно. Так, поменяли вот немножко местами. Прямо круто. Ну-ка, как будто... Вау. Вау. Вот смотрите просто. Презентабельно? Да. Очень. Классно. Выглядит слушайте. Круто. Здесь можно устроить типа мини-варкрафта. Мне назрела идея. Ну, сейчас я... Фига себе, моргает он. Ты видал? Да. Ты видал? О, ё-моё. Вау. Он их пугает, что ли? Ну, типа, вблизи не подойдешь. Я по утрам перед зеркалом. Ну, слушайте, понятно, что он всех перепугал, как его... Превратил ещё, да, кого-то. Блин, как он хлопает глазами, это... Опа, чувак, ты видала? Пипец, они так падают, смешно, если честно. Не, шансов мало, чтобы тут вошли в здание. Это называется побелел от страха. Да, все, уничтожил. Слушайте, у меня прям огромная идея назрела. Я войду в какую-нибудь большую карту. Ну, только ты сильно не увлекайся. Чтобы мы успели посмотреть. Нет, я возьму новых. Допустим, вот у нас, что у нас? Вот это было, да? Допустим, две или три баллисты, да? Так. Где-то есть еще Слендер. Не, вот давай отдельно. Вот один. Блин, ну хочется смотреть. Ладно, давайте по классике. Просто вам скажу, что можно было сделать. Знаете, типа, главное здание здесь у кого-то, да? И главное здание здесь я у кого-то. Я понимаю. Мы сейчас вернемся к баллисте. Кто кого типа разгадит. Здесь у нас будет люди. Раса так. Людей. Вот так несколько армий. Здесь армия. У нас орков нет никаких. Можно прям было бы... Здесь как некроманты. Эти... Мобы. Но это уже моб, а у меня стратегия, понимаешь? Ага. А лучники. То можно было, типа, мид там. На этом, кстати, на античности или что там, в городе-то, где карта. И, ну, может быть. Там так, сейчас я чуть-чуть. Лево, право. Ну, короче, пусть будет так. Я понимаю, что по цене. Ну, кто успел расфармиться, тот молодец. Итак. Кстати, ну это реально крутая идея, можно было. Да, тут много. Тапс — это многогранная игрушка. Можно много чего устраивать, эксперименты. Так, все нежно нападает на людей. Может быть, потом. Сражение. Кстати, в плане там мобы подумаем. Ну, посмотрим, да, как все получится. Но в первую очередь надо сначала посмотреть. Во-первых, да, и давайте вообще на нее по посмотрю. Фракции. Еще. Страшно. Очень вау, непонятно. Еще, вон, смотри, щупальца. Волосатая. Выглядит так, эффектно. Я как понимаю, люди прорываются все-таки на базу. Как в дотке, да, такие прорвались. Все мобы скопились. Ох ты, е-мое. Сейчас кто-то прям фармится. Правда, тут герой вышел.
Да. Вот, и сейчас он будет разбираться. Кирдык башка. А, да, то есть. Ну хотя его стрелами закидывают, но весь ближний бой был уничтожен. Прикинь, он сейчас всех. Ну давайте стреляйте. Ну, вероятно. О, нет! Ой, ну их в конце засосало, и так мы наконец-то увидим, что же она ответит. Эту башню. Единственное, далеко, конечно, идти. Ну, окей, я если что потом все восстановлю. Короче, знаете, я, наверное, состарюсь, простите. Но мы поняли, что здесь победили. Я возьму более компактную карту какую-нибудь. Ну, так, где бы они еще влезли? Короче, вернусь сюда, чтобы не париться. Итак, ладно, все, поехали. Смотрим. Я пропустил баллисту, да? И это мы так толком не посмотрели. Сейчас посмотрим. Итак, баллиста. Ну, это... Ого. Чувак на троне. Знаешь, клон дрон, кстати. Прям, если честно, детализирую. Ого. Ну, слушай, накидывает нормально. Клево, могу клево сказать. Выглядит. А вот это мне напоминает какие-то то ли майская, то ли... Ну, да, есть такой немножечко. Ацтекская какая-то. Да. Ну, блин, прикольно, неплохая башенка, я могу сказать. Так, дальше вот у нас Слендер. Мы ее так не пощупали. Она 700 стоит. В принципе, такая же цена, как у нас сейчас. О, она ходит. Упала. Плохое здание, плохое, но сильное. Отдача, как это сказать? Фига себе, она жрет людей, на самом деле. Вот жалко, что она упала. Ну, может быть, это, конечно, случайность, я не знаю. Смотри, что она делает. Да, вот сейчас не упала, сейчас все в порядке. И сейчас она будет забирать, я хочу это увидеть. Так. Мы сейчас так вот сделаем супер красиво. О, видишь, жрет, взрывы, жрет, да, смотри, как жрет, она прям как будто реально ест в рот. Как бы не звучало. Бау. Ест в рот. Ну, простите, сегодня у меня это не очень хорошо все работает. Ты зачем удалил чуваков? Хочу других. Понятно. Подороже. Так, у нас будут рыцари в этот раз. Давайте поменьше народу, покрепче посмотрим, как они будут справляться вот с этой башней. Ну, в первую очередь, естественно, блин, ребята, ну насколько круто они выглядят. Итак. Что-то это там... для устрашения врагов. Опа, 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 забрала. И начинает жрать там его. А, он И смотри, она сзади его тыкает. Слушай, это интересно. Она поближе. Фига себе. Выглядит страшно. Для меня это самая страшная башня, которая сожрала тебя и уничтожает внутри. Так, посмотрим побольше, если народу будет. То есть с малым количеством... Ой, да она много накидывает. Ну, по сути, да. Ну, что-то как-то прям навалилось семечнина. Ты еще видишь, колышки выпускаются. Вблизи к ней практически, ну, вот так вот нереально подойти. А вот, не знаешь, что возник вопрос? Ну, я понимаю, извини меня, башня, что это тебе именно так не повезло. Но, тем не менее, что будет, если взять, ну, чего-нибудь дальнего такого вот? Давай, как они будут держаться в этом плане? Они не пробиваются туда, что ли? Ну, ХП, кстати, не выбило. Походу, как бы... Ну нет, попадает, ну, если да, по есть, сердцевину. В принципе, да, то есть дальниками хорошо можно работать. Итак, ладно, у нас... Одолеть. Слендер нас... Хейдес, да? Ай, это да. Было. Нет, вот это было только что. А, Свэмп, то есть болото. Да что такое? Болотная башня. Да пипец. У нас тут очень все клево, на самом деле, в этом плане. Сейчас обязательно надо рассмотреть. Рассмотреть это... Она так хорошо вросла еще. Вау. Слушайте, ну согласитесь, данного мода мы... Ну или я не знаю. Опять же, вот честно, я не знаю, откуда она появилась. Это я офигенная штука. Я просто не могу сказать, откуда она взялась. О, это голова чья-то, прям куча такого голов. Огромного голема. Сейчас да, что-то да. Собирает. Сейчас будет выстрел, как у этой. Нормально. Мы это уже видели, выглядит правда. Прикольно. То ли Артемида, кто уж там стрелял так? Да. В общем, кто-то. Ну, понятно, кстати. Почему-то, если вот болото, это... то сразу отравлять. Да. У меня почему-то яд больше с чем-то тропическим ассоциируется, чем с болотом. Ну, конечно, а что болото? Чем там отравлять? Там мухоморы. Ну, так, да они что, стреляют, что ли? Вот змеи какие. Ну, я понимаю, что уже и все остальное, но тропика, мне кажется, более ядовитая. Баба-яга как... на ну, вот, кстати, жила. Ну и что, она ядовитая? Не, она яд варила. Ну, может быть, детей кормила и все такое. Ладно, в общем, последний фермер, понятно. По мне, это одна из самых клёвых. Красивых ты имеешь в виду, да. Ну, и не только, ну, вообще, мне понравилось. Мне вот, ох, что-то... Что-то прям... Жесть. Так, это давайте уже посовременней, так сказать. Блин, я много накидываю, но все равно не справляется. Что это, Бендер, что ли, застрял здесь? Или что это? Какой-то... Похоже. А, ну знаешь, как будто аква какой-то. Ну ладно, давайте так, посмотрим, проверим. Как он. О, оно милитари такое, да, можно да, сказать. Да. То есть более современное. Да. Чувак просто... Чего? В полет отправился. Неплохо.
Слушайте, ну вот это, конечно, серьезная тема. Круто, круто. Вот башка кто такая, создал просто... вот эти все башни, это, конечно, мое почтение. Слушай, а если знаешь, что я прикол, я возьму эту башню. Ой, слушай, я уж извиняюсь. Битва башни прямо сейчас. Так, где у нас это было? Оно и называлось... Ой. Ну ты уж, конечно, тут... Перебор, перебор. Ну просто, давайте посмотрим, они будут сражаться между собой? Ну, ну да, да, бам! Ну... Перевернул. А, там, смотри, там внутри какой-то чувак зеленый. Не так круто. Ну да. Но знаешь, если честно, вот допустим, если брать какую-то более крупную карту и их так в стенку выставить, было бы круто. Но я, честно, на самом деле, чисто фон сейчас меняю. Так, ладно. Лазер. Что-то тоже такое, хотя по цвету больше, знаешь, к древним надо было обратиться. Так, проверка, проверка. Типа, знаешь, везде какой-то злобный мужик сидит на троне. Восседает. А ну слушай, так очень... Опа. Собирает энергию. Шарахнет, наверное. Опа. Вау. Клево, такой эффект классный. А, все, отсохли. Жесть, как они вниз, конечно, попадали. Ну, сейчас ему, кстати, ой, сейчас бомбанет немножечко. Воу, воу. Это клевый кадр. Тихонечко все. Такие. Ну, слушай. Сейчас опять он будет, наверное, собирать энергию. И шарах. Чуваки готовы. Неплохо, ну, неплохо. На самом деле, я удивлен. Вот прям, ну иногда ребята прям пишут, бывает, ну, халтурка. Да, халтурка. Да, да. Здесь вообще даже сказать это не повернется. Язык. Язык, да. Естественно. Такс, давайте да, посмотрим следующее. Да, уж барды тут не смогут ничего сотворить. Да тут никто не сможет, мы чисто на самом деле смотрим. Ну, в бункере. Знаешь, кого мне напомнило? Этого из Соника злодея, который сидит в своей базе там. Вечно какой-нибудь построит машину убийства. Слушай, ну это прям тоже такое. Прикольно, прикольно. Надо, это, знаешь, что? Футуристичная такая. Прям. Ну только почему-то она перестала. Она вот выпустила один из своих дисков. О-о. А может она именно на дальников такое делает? Или... Сейчас ради теста небольшого посмотрим, как с дальними она. Насколько далеко она работает. Так. Ага. Ого, прикольно, блинчики ну, свои. Ну, конечно, пускают. Против катапульта такой не сработает. Катапульта у нас еще косые, бум, попало. Прямо интересно, сейчас... вот много ли снесло? Ничего вообще снесло. Ничего. Ничего не сносит. Мы здесь надолго. Ничего не сносит. Да, да, она видишь, им не... на расстоянии. Но, тем не менее, конечно, обыграться можно было так, неплохо. Так, вот Кингфиш. Это, Кингфиш. Вау. Какой-то опять болотистый. У нас прям, знаешь, по фракциям как-то разъединилось. Возьму башня что-нибудь... Посейдона. Возьму что-нибудь из стреляющих, а то что-то мы это как-то... Только она, видишь, как это дешевенькая. Не... Вау! Это прям, знаете, ну, похоже... это выглядит очень круто. Из Зельды. Да, да, из Зельды. Забыла, как называлось. Я тоже город забыл. Да, целый народ. Да, да. Так, ну что? Которые рыбные были. Акула какая-то или что это там, рыбёха какая-то. Да. Ладно, посмотрим, как она атакует. Но прям очень круто. Выглядит круто, а вот что-то... А по визуалу это одна из самых, по-моему, красивых. Как они это делали, конечно? Не знаю, вообще не без понятия. Слушай, ну она что-то это... Ну какие-то вещи я могу предположить, что они там могли были, например, быть использованы, увеличены, но это здесь явно доп. Мне вспомнилось почему-то, может меня поймут, казаки, когда, знаете, все. Стратегии в здание просто все заходят, да, начинают да, его да, захватывать, да, да, да. Просто, знаешь, там вся рава, там 200 как человек. Как на самом деле все это происходит? А здание тут шатается, сопротивляется. Но я, если честно, не совсем... Визуально очень круто, но вот да, не совсем но... помню, что он делает. Ну, в том смысле... So-so. Не особо. Так, у нас Фрост ты пропустил. Вау, ну это вот выглядит очень круто. Не знаю, слышно было нет, у нас коты там решили устроить свои битвы. Да, разборки. Вот, и победил Тап, как обычно. Ладно, поехали, короче. Смотрим. Естественно, шутка. Они сами разбираются. Смотри, о, нормально. Они самостоятельные у нас. Ну, слушайте, вот это прям, ну, отвечает. Ух ты, там еще и ураган начался. Прикольно выглядит. Вблизи тоже эффективно. Да что же эти коты вытворяют? Опять битва началась, придется заново все пересматривать. Все, так. Ну, тут, в принципе, что? Пуляет, прикольно, стреляет, статуя вот эта стоит. Отталкивает. Не, ну, визуально, вот блин. Вот карты бы еще вот, ну, такие, каким-нибудь...
Ты можешь сама, на самом деле, эту карту детализировать с помощью башен, имею в виду. А. Вот, настроить их. Такс, гигантская бомба. Это что-то интересное. Давайте возьмем в этот раз вот этих и вот этих. Опять же. Тоже она стоит довольно дешево. Ой, слушай, не знаю, как-то... эффективно ли. Чувак улыбается. И у него на башке бомбочка, прикинь, да, которая даже горит. Ну давайте посмотрим. Ох ты! Но правда, если вот они сейчас близко, мне кажется, подойдут к этой башне, то... Сейчас проверим, как сейчас... Дело плохо будет. Она тыква, и тыковкой... Да. Ой, тыква прикольно, кстати. Она, да, как мяч. Как сказать, рикошетит. Так, ну, ребят, подошли. Отпрыгивает. Вот эта штучка их выпинула. Иди, как говорится, отсюда. Можно так в этих, как сказать, прыжках в высоту. Вообще, так, ну вот она, видно, что далеко не может стрелять, к сожалению. Да. То есть вот дальники, это прям больная тема. Не такая она, все-таки. А если подойду? Не, подойти я не могу. Вряд ли. Ну, а вот так я куда-нибудь стрельнуть-то могу. Так, ну, я попробуй, сейчас... конечно. Хо-хо-хо. Опа! Ой, попал. Если управляющий, я так скажем, вот не вижу с мозгами, то... Все, я победил. Видали? Молодчик, прям красавчик. Четко, чувак такой. Уиу. Слушайте, вот это прикольно. Мы обязательно их потом в ряд поставим, чтобы посмотреть, насколько они крутые. Так. Ладно, тестировать на этих чуваках я не вижу смысла. Вот глаз Саурона. Блин. Ну-ка, 390, кстати, очень дешевый. Ну, слушайте, ну, в принципе... О, маленький, знаешь, он такой... Да, почему я все время глаз называю? Ну, ладно. Согласен, вот согласен. Пырит на нас. Ну, только, знаешь, типа фанко-поп. То да. есть, такой маленького размера. Ну, трясется. Да, сейчас как шабанет только. Так, желаю... Так, пошло, жаришка. Ну, слушай, вот у него в плане ближнего боя все в порядке. Вот эти, да, конечно, ну, в принципе, сопли еще. Слушай, довольно эффективно. Эффективно, не эффектно, но эффективно. И нормально. Все. Неплохо. Выглядит она очень хорошо и действительно похожа. Жалко, огонька внутри вот нету, но это уже, ну, я думаю, это, да, вопрос вопросы реализации. Да. Так, глаз Саурон у нас был, дальше у нас викинг. Ну, викинги с викингами давайте попробуем. Так. И обязательно оцените поближе их рассмотреть. Сейчас бычка возьмем, ледяного лучника не будем. Давайте летающую еще посмотрим. Давай, ни разу не давай видели, как башни стоят. Я, конечно, такие цены ставлю, что просто. Вот так давайте хотя бы. Итак. Вау. Ну, это надо вау в снежную вау карту, на самом деле, заходить. Ну, и здесь тоже красиво. Здесь более на контрастно, и понял, можно прям детальки рассмотреть. Так, ну, естественно, что же можно было еще ожидать? Такс. Вот как будет против валькирий. Сдувает их еще, выплевывает. Вот это более живая башня. Тут валькирии долго летят, вам не кажется? Все, прилетели. Бум, плюнул просто и все. И ни одной валькирии. Где-то в башне сидит дед такой, вы кто такие? Я вас не звал. Чихнул просто дед, походу. Перевернули башню. Но она продолжает. Она даже, тем более, она пошла даже сражаться. Да. Все, по-моему, кто? Поползла, кто? Я бы сказала. Вот, все. Фига себе, конечно. Воу, тут иногда кадры, конечно. Меня это обсудивляет. Иногда сидишь просто, запускаешь там что-то месяц и кайфуешь от замедлений и вот этих всех спецэффектов. Такс. Вот это год был. Или как там? Да, давайте посмотрим. Давайте оставим ту же армию. Да. Довольно такая, реально. Вот это прям ацтек. Это Юля и Мишка сидят. Да. Так, хорошо, поехали. Наша башня, прояви нас. А мне почему-то, точнее, знаешь, кого напомнила? Из Тини Тун. Оу. Not bad. Ну, согласись, похоже. Там был такой босс, которому ученый на бошку надо было. Я не помню, вот честно. И вот, ну, не помню. Ну, это может быть так. Мои какие-то. Блин, ну прям... Прикольно, на самом деле, прикольно. Так, сейчас посмотрим, что это такое у нас. С какими-то деталями. Ух ты. Вау. Только единственное, что она ходит. Так, это тусовочная башня. Музло подставить. Такое ощущение, как будто это циклоп. Как будто у него глаз посередине, нет? Фига себе, это резвая штучка. Она сама по себе такая еще ничего. Бэнь. Я даже не знаю, куда выпнул. Нормоз.
Перемесил все. Реально, как циклоп, смотри. Ну, у меня лицо к чему-то вот. Вот здесь вот этот глаз. Нет, вот, два глаза, нос, а это просто рог, да, какой-то горящий. Да, он похож на циклопа. Никак не может расправиться. В любом случае, это самое, как это сказать? Живучая. Живучая, да, и живая башня. Жесть. Из всех. Никак не может. Все. Она была повержена. Все, походу. Но, а с это кем-то первая башня. Ну, это внутренний. Внутренняя. Это ее управляющий. Все. Такс. Надо выбрать большую карту. Наследие. Давайте сюда. Чтобы посмотреть, и вы сказали, какая карта, какая башня вам больше всего нравится. Какая самая симпатичная. И мы сейчас тоже поставим оценку этой башни. Так, главное ничего не пропустить, да? Ну вот еще влезть сюда. Окей. Так, поехали. Начинает можно комп, конечно. Там дальше. Не радоваться всему, да, этому. В шоке. Мы близки к тому, чтобы всех выставить. Все, всего три осталось. Еще вот снизу местечко хватит. Вот здесь. Итак, давайте посмотрим. Так, я помню, что мне... Вот это вот мне внешне очень нравится. Итак, смотрим. Так. Ну, это меньше. Можете просто вот описать. Прикольно. Вот это мне нравится, как внешне выглядит. Ну, такая довольно яркая. А, вот это прикольно по действию была. Захватывала. Ну, вот это, вот это прямо одна симпатичная. Один из моих фаворитов. Во, я вот это фаворит кидаю сюда. Три фаворита выберем. Так. Ну, окей. Ну, да. Вот это вот прям, ну, прикольно, что там мне... есть... Не вот что... Вот это классное внешнее, фаворит. Но не особо эффективное. Вот этого чувачка. Ты что сказал? Но он прикольный, да, прикольный. Так, с... Это с бомбами. Бомба тоже была крутая. Ну, класс. Глаз Саурона, да, ухо Саурона классный. Ну, короче, я выделю для себя вот... Болото. Болото и вот эту. Ага. Я лично. Ребят, пишите. Юля а выделяет. Я болото. Болото. Око Саурона. Ну, мы видели уже. И вот лицо. Где-то здесь, что нет. Это, ну, внешне прикольно. Нет, вот с другой стороны. Вот. Ага. Вот согласен. Ладно, в общем, закончим на этом. Уже есть кое-что, что хотим вам показать. И вы да, тоже будете крутое. Удивлены. Я обещаю, Юля тоже. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.